Так, друзья, еду я со своего третьего урока. Многие прошлое видео так типа говорят, интересно, но нифига не понятно. Типа, у тебя же есть права, зачем тебе опять? Почему у тебя нет прав? Где твои права? У тебя же есть права. Прав у меня они были. Молдавского производства, свежие, честно сданные. И я даже показывал, рассказывал или нет. Или я не показывал, рассказывал про права. Но я их сдавал, ходил на уроки, все как положено. Сдавал с трех раз, не с первого раза, короче. Но приехал сюда, они говорят, ну, брат, полгода, потом ты вдруг забываешь все правила, и ты должен сдавать все сначала. То есть, прикольно, да? Полгода я знаю правила, я могу работать даже дальнобойщиком профессиональным, и код 95 у меня все окей, все окей. А через полгода вдруг я все забываю, не умею ездить, плохо меня в Молдавии учили, код 95 не катит, ничего не катит, все заново. Да, окей. Ну, короче, как получилось, что я проработал не полгода, а год почти, может даже больше на молдавских правах. Наши так делают, я знаю, и по 3, и по 4 года. Потому что это никто простой полицейский на дороге в Германии, он не знает, когда ты заехал в Германию, с каких пор ты работаешь и сколько времени ты пользуешься этими правами в Германии. А какая-то должна быть или таможенник тебя должен остановить, или какой-то такой специальный, который именно это смотрит. Поэтому и катаются до... Это уже вычисляется, когда, например, ну, типа, приходят штрафы, и тогда они типа, чувак, а ты вообще-то в Германии уже год-два, а у тебя приходят штрафы на молдавские права. Ну, короче, приходят письма людям с большими штрафами, там и по 50 евро в день, типа просрочки, и то и все. Но многие с помощью адвокатов как-то там разруливают, эти штрафы не оплачивают. Я знаю много людей, то есть как-то они отмазываются, они платят штрафы, но... Так, камера. Давно не пользовался, она уже отлепляется. Но все равно они говорят, все, больше ты ездить не можешь, до свидания. Ну, я не стал этого момента ждать. Ну, меня когда уволили, я уже думаю, не буду я на новую фирму. Короче, пойду я менять права, что мне уже делать. Уволили на новую фирму, опять со старыми, потом нету времени это все сдавать, продавать, пересдавать, учиться. Давай, выезжай. И, короче, ну и так затянулось. Ковид пошел, автошколы закрыты, все было закрыто почти год. Потом я все-таки пошел, типа, давайте, люди, денег это очень больших стоит. Мне надо заново Б сдать. Это не заново, типа, надо экзамены только сдать. А в автошколу ходить не надо. Но все равно билеты надо учить. И пару 4, 5, 6 уроков надо все равно сделать, чтобы знать, как здесь сдается экзамен, чтобы учитель тебе объяснил, типа, вот, ну, на что они смотрят, как себя правильно вести, что смотреть. Поэтому все равно надо и то, это все денег стоит, каждый урок, каждый билет, и книжка, запись в автошколу. Еще очень большое ожидание проверки прав, то есть они запрашивают в Молдавию, там в Россию, в Казахстан, действительно ли они. Короче, все это очень долго, муторно. Но с горем пополам я сдал на Б сам своими деньгами, как-нибудь там, тоже не с первого раза, но сдал. Ну и потом, потому что получается, что они могут оплатить, вот это государство Германии, могут оплатить тебе права CE, так как я уже работал, и типа это моя профессия, это не каждый придет, типа, хочу права. Ну, как бы может и каждый, но... О, еще пробка. Блин, вот это
А, здесь, кажется, ремонт. Думаю, недолго. Да. Так. На чем я остановился? Ну, короче, пошел, говорю, хочу, может, сможете мне оплатить мою профессию, потому что у меня денег нету, я уже не работаю год, ковид, то все. Говорит, да, мы можем, но только Б вы должны сами сдать, а С, Е уже мы вам оплатим, так как это профессия ваша. Ну, и поэтому пришлось Б самому сдавать за свои деньги. Ну, там мне обошлось, я не знаю, там, в 1000 евро максимум, я думаю, в меньше там. Если бы я сдал с первого раза, то меньше, там, 800, 600, даже 600. Там 350, запись в автошколу, билеты. И потом идет пару уроков, я взял там тоже по 40 евро, не знаю, по 50. Не я это так с балды. Ну, и потом сам экзамен стоит, то тоже там 120, 130, сейчас уже все дороже. Поэтому, так, вот до 1000 евро, Б. И пошел к ним, говорю, все, хочу уже это. CE, у меня BE, все окей. Они мне дали, да окей, хорошо. Вот, дали мне такой бланк, типа, иди туда в автошколу. Если они тебя одобряют, все, иди учись. Поехал в автошколу, они говорят, брат, а ты с немецким плохо. CE, может, ты сдашь, а вот этот код 95 немецкий, там все на немецком, не сдашь. Иди, тебе надо подучить язык. Приходите через полгода-год. И опять, блин, что делать? И получилось, что я пошел к нему, говорю, не взяли меня, потому что я языка не знаю. Хотя я знаю многих, что без языка сдают и то, ничего там сложного. Но там какая-то... Может, я ступил, надо было самому сказать, в какую я автошколу хочу, вот в эту. Первый раз они меня отправили в другую автошколу. И поэтому, даже лучше получилось. Они мне дали тогда на курсы, а курсы тоже с задержкой, там, потому что ковид, и группа не набиралась, опять сиди дома, опять жди. Это все оплачивается, так как, типа, я на курсы хожу, и вот ходил почти год на курсы, тоже все оплачивается, квартира. Учил язык. Не знаю, конечно, лучше стало, я много понимаю, могу что-нибудь сказать. То есть сдал на B1 даже, не на A2, а B1. Там как бы, если плохо сдал, то A2 дают, если хорошо, то B1. Я сам удивился, потому что я плохо там со мной девушки, парни там очень хорошо говорили на немецком. Мне до них далеко. Ну, практики нету. Блин, а что такое? Вот они едут, то сейчас они в наш ряд будут. Ну ладно, дальнобойщики, профессионалы. Так, такие дела. Ну, короче, учил я язык, и вот, выучил я язык наконец-то. И позвонил в автошколу, все. Нашел автошколу, записался в автошколу. Подал, надо тоже в ГАИ подавать документы, если на Б доктор там только глазной в любой аптеке, то на CE надо посерьезней. Ну, там тоже домашний доктор, который взял мочу, кровь, и все, и пообщался. Рост, вес, как дела, ничего не болит, все видишь, и все. И глаза. Но глазной такой серьезный. Там почти, не знаю, 90 евро, кажется, там 5-6 аппаратов. Там точки, то все. Там эти глаза твои налево и направо проверяют. Капец, как я столько компьютеров. Там надо смотри туда, следи за точкой, нажимай, когда видишь. Ну, короче, такой серьезный тест на глаза. И на наркоту вот через кровь. Ну, все нормально. А на Б ничего не надо было. Только глаза и Красный Крест пройти. Там посидеть, послушать тетеньку, которая рассказывает там что-то про аварии. Я там ничего не понял. Просто сидел, как этот... Ну так, что поделать. Ну, понял все равно по картинкам. Там манекен, делали дыхание, там сердце, массаж сердца, то есть все.
Ой, блин, вот я хотел так, чуть-чуть. Все, теперь я записался в автошколу. А, и вот собрал документы. И тоже надо подать на проверку своих прав. Но получается, что подал документы, ну, то есть это тест, и жду теперь разрешения на экзамен. И тоже говорят, что это может длиться. Хотя мои права вроде как уже проверены, но типа ждите. Ну и сейчас с лета все-таки для молдавских граждан отменили теоретический экзамен. То есть билеты нам сдавать не надо. Слава богу, хотя бы это. Хотя как раз билеты у меня проблем не было. Там выучить с билетами легче. Вот вождение по городу, там могут быть нюансы. С первого раза можно не сдать. Билеты зазубрил, там пойдет. Ты там ответы понатыкал. Еще я этот на немецких курсах, я как бы мне с ними будет, если я захочу вдруг гражданство немецкое, на год меньше надо будет ждать, типа так 8, надо будет 7, говорят 5 уже сделают. И там еще есть, когда на получение гражданства, тоже есть мини-экзамен на историю, политику. То есть я его тоже прошел и сдал, то есть это тоже плюс пойдет. У меня уже это есть. Хотя, я не знаю, буду я делать немецкое или нет, потому что нет разницы между румынским и немецким. Те же права, ну, только голосовать не надо. Не имею права, ну, честно. Не за кого голосовать нигде. Все они черти, полосатые, вообще ублюдки. Все, везде. На них обращать внимание не надо. Это тут надо жить, пока живется. Семья, радоваться, что небо над головой чистое. А если не чистое, надо искать там, где чистое. Так, дальше. И все, я сейчас жду разрешения на экзамен. И буду сдавать CE. Потом этот код 95. О, классно, новый дафик красненький. Он стоит, прикиньте, под 3000 евро. 2900, вот я сейчас у учителя спросил. 2900 стоит. Это пипец. Где их взять, если особенно безработный? Колодки надо менять. Вот думаю, самому менять или на сервис вести. Так и как бы самому там, ну, можно поменять без проблем, но и, не знаю, что-то сомневаюсь я. Ключей нету, надо ключи покупать, и выходит то на то. Так, все. Завтра у меня будет еще урок. Может, поснимаю, познакомлю вас со своим учителем. Ему первая серия понравилась, дал добро, говорит, классно. Уже есть звонки, так что, может, познакомлю с ним, он расскажет, может, немного про свою автошколу, где находится, куда зайти. Обращайтесь к нему, мужик четкий, спокойный, вообще едешь, никаких левых слишком много чего не нагружает. Говорит, ты должен на экзамене делать так, как надо делать, то есть смотреть все, как в жизни, ничего особенного ты не должен делать. То есть и ты едешь, ошибся, ну понятно, что я умею, но он не так, что ошибся. Нет, тут неправильно, надо было шире, тут медленнее, тут быстрее, как бы. Три слова. Мне нравится, когда мало слов, много дела. Все. Вот такая история маленькая. Еду домой. Жара, 32 градуса, пекло, все сохнет, сушир, воды нету. Жопа полная. Но мы не расстраиваемся. Лето еще 2 недели. Надо кайфовать. Что делать? Не плакать же. Все, всем удачи. Всем лайкосики ставим. Пока. Так, у меня появилась идея. Вообще модно. Встал в теньке. Офигеть. Жара. Мой гольфан типа чистый, но вообще не чистый. Это грязный считается.